3 сентября в России стартовала международная историческая акция «Диктант Победы», которая приурочена к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году акция проходит в 85 субъектах Российской Федерации и в 75 странах мира. В Белгороде «Диктант Победы» писали на 29 площадках. В Центре образования номер один в акции приняли участие около 200 горожан. Я принимаю второй раз участие в «Диктанте Победы». Это связано прежде всего с тем, что я сама по образованию историк и всегда вот к таким мероприятиям относилась с особым трепетом и с особой любовью. Поэтому с большим удовольствием сегодня пишу «Диктант Победы» на базе гимназии номер один. За 45 минут участники «Диктанта Победы» должны ответить на 25 вопросов, которые касаются истории Великой Отечественной войны. На столе только ручка и бланк ответов. Все как на экзамене. 11-классники к написанию «Диктанта» подошли с большой ответственностью. Ведь победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Очень важно знать историю нашей Родины. Тем более такое знаменательное событие, как Вторая мировая война. В том числе проверить для себя, есть ли какие-то пробелы. Я готовился, поэтому я уверен, что хорошо напишу, без проблем, уверен в своих силах, в своих возможностях. Переживания небольшие есть всегда, конечно, это непросто, но я думаю, справлюсь. Результаты «Диктанта Победы» будут известны через 2 недели.